Изделие 305 – одна из самых таинственных разработок российского АПК. Долгое время облик изделия держали в секрете, а фигурировавшие в СМИ данные зачастую носили противоречивый характер. Между тем постепенно в сеть стали проскальзывать фотографии ракеты, по которым, впрочем, было сложно сказать что-то конкретное, а на форуме «Армия-2021» новинку представили официально. 305 имеет массу 105 кг, длину 1945 мм и диаметр корпуса в 200 мм. Изделие получило 25-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Благодаря твердотопливному двигателю ракета развивает скорость до 250 метров в секунду. Управляемая дальность стрельбы – до 14,5 километра. Высота полета – от 100 до 600 метров. Новинка имеет комбинированную систему наведения. На маршевом участке предполагается применение инерциально-спутникового наведения, непосредственно на захваченную цель изделие наводится при помощи тепловизионной головки самонаведения. Ракета сопровождается по радиоканалу, и на конечном участке наведения ее можно перенацелить по команде оператора. Насколько можно судить, штатный режим – запуск по цели, которую видно визуально. В случае стрельбы по невидимому объекту нужна высокая квалификация оператора. Запускают ракету при помощи устройств АПУ-305, которые рассчитаны на 1-2 ракеты. Ранее сообщалось, что ударный вертолет Ми-28НМ сможет брать до 4 ракет изделия 305. Оружие позволит машине более эффективно уничтожать как живую силу, так и стратегические объекты, например, командные пункты неприятеля. Другим носителем изделия 305 станет модернизированный вертолет К-52М. Несколько лет назад стало известно, что Воздушно-космическим силам поставят крупную партию таких машин.